31 декабря 2013 года к нам в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении по улице Ибраимова. Выехав на место происшествия, нам было установлено о том, что действительно было совершено тремя неизвестными лицами азиатской национальности разбойное нападение, в ходе которого преступники забрали 50 тысяч долларов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено трое мужчин азиатской национальности, которые подозревались по данному факту. Была установлена автомашина, сотовые телефоны, где проживают и так далее. 6 февраля 2014 года один из них, то есть Бурханов Рустам Мурзахматович, по подозрению по данному преступлению, был задержан. Были изъяты погоны милицейские, то есть по данному преступлению, при совершении данного преступления, один из преступников был одет в форму сотрудника милиции. Также была изъята вот винтовка ТОС с патронами. Борода, накладные, клей, множество сим-карт и множество документов. На данный момент мы выясняем, какое отношение имеют указанные документы к этим лицам, как они у них оказались, причастны ли, являются свидетелями или потерпевшими вышеуказанных задержанных преступников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий также было установлено, что подельником по данному преступлению являются Арчаев Бердымурат и Магомедов Заур, которые были позже, то есть буквально два дня тому назад, уничтожены в Токтагульском районе.